Под Новый год мечты должны сбываться. В Люберцах прошла праздничная акция «Елка желаний». Подопечные реабилитационного центра написали, какой подарок они хотели бы получить от Деда Мороза в этом году. Как исполнили просьбы маленьких жителей округа, покажем в следующем сюжете. Этими игрушками шестилетний Леонид Иноземцев хотел бы пополнить коллекцию моделей наземного транспорта. Мальчик – настоящий фанат поездов и железных дорог. Знает даже все номера поездов, можно назвать, какая электричка едет, какой это вагон. Свое пожелание маленький Леня опустил в волшебный конверт и повесил его на елку. Теперь остается ждать, когда оно исполнится. А пока вместе с остальными ребятами он повторяет новогодние стишки. Школа, школа, Новый год. Школа, Дед Мороз придет. За плечами елочка, пушистые иголочки. На веселых детских елках чудеса блестят в иголках. И под елкой в Новый год каждый что-нибудь найдет. Новый год мы очень ждали, все желания загадали, чтобы Дедушка Мороз нам подарочки принес. Но принести подарки лично Дед Мороз не смог. Главный новогодний волшебник передал их главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову и попросил вручить ребятам. Каждый ребенок получил то, что написал в письме. Скоростной поезд и аэроэкспресс. Ты просил, правильно, Лёня? Да. Держи, это он. Какой поезд? Красной. Участники благотворительной акции – подопечные реабилитационного центра для несовершеннолетних. Благодаря этому проекту исполнилось желание 12 детей, которые нуждаются в особом внимании. Мы занимаемся реабилитацией особых деток. У нас оказываются услуги массажа, ЛФК, логопед, психолог, физиотерапия. И у нас очень хорошие родители, которые всегда нам идут навстречу, а мы им. У нас, так скажем, как одна большая семья. Я буду стоять там на колесах и еще вот такую собаку делать. И машину, и много всего другого. Понравился ей кто поезд. Я хотела у меня такой. Спасибо. Луиза Егазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.